Шалом, братья и сестры, меня зовут Фоменко Виталий, я учился в МТБИ с 2000 по 2001 год. Почему я решил пойти туда учиться? Однажды я столкнулся со служением еврейским этого института у нас в церкви, и я действительно увидел реально, что там Бог действует, что Бог благословляет еврейские служения. И также я понимал, что для того, чтобы лучше узнавать Господа, лучше познавать Библию, необходимо больше узнавать еврейскую культуру, еврейские традиции. Я решил пойти учиться в МТБИ. И за годы учебы Господь обильно благословлял меня духовно. Я получил множество откровений, слава Господу. Сейчас я являюсь пастырем церкви в городе Татарбунары, Одесской области. Наша церковь небольшая, молодая. Мы полтора года назад только недавно открылись, но слава Богу, Господь благословляет нас. Мы открыли церковь с еврейским видением, с еврейскими корнями. Мы празднуем еврейские праздники, молимся за Израиль, благословляем Израиль. И понимаем о важности еврейской составляющей в теле Мессии. Господь благословляет нашу церковь. У нас уже есть стабильная команда, которая трудится, служит Господу. Мы занимаемся различными служениями, работаем с молодежью, с детьми, с подростками, проводим различные евангелизации, и детские, и молодежные. У нас есть кукольный театр, который мы сами сделали, и куклы пошили, и сцену сделали. И мы по школам проводим разные спектакли кукольные и театральные, небольшие. Проповедуем молодежи о Господе, призываем их приходить в Царство Божье. Также посещаем Дом Милосердия, там где бабушки и дедушки также слушают Слово Господа. Проповедуем в больницах больным, раздаем газеты, молимся за больных. Хочу поздравить всех выпускников, все руководство института, всех преподавателей с 20-летием МТБИ. Пожелать огромных Божьих благословений в вашей жизни, в ваших служениях. Желаю вам всегда преуспевать в Господе, много новых побед, новых достижений в Господе. Пускай Господь благословляет вас обильно и поможет вам принести множество плодов для Него, для Его Царства Божьего. Будьте благословенны. Шалом. Did you feel the mountains tremble? Did you hear the oceans roar? When the people rose to sing of Jesus Christ, the risen one.